Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболе пройдем в Могилеве. У головного участка мающих отбыться спаборництва автоматично прошли три самые мощные команды по выниках летошнего турнира. Боротьбу за кубок поведут его дейший уладальник Цмолки Минск, финалист минулого розыгрышу Гродно 93, Могилевский Борисфен. Четвертой командой на кубку станет переможца супрацьстояння помеж другой командой столичных драконов и Витебским Рубоном. Рекордсменами по колькости завоеванных кубков Беларуси з'являются Цмолки Минск, которые перемагали у 8 турнирах запар. Гульни сёлетнего кубку отбудутся у спорткомплексе «Олимпийц» с 6 по 8 кастрычника. 6 октября 18:00 у нас первая игра с командой Гродно 93. Это наш принципиальный соперник, которым мы в прошлом году в игре за второе место, будем так говорить, в серии в последней игре нервной очень проиграли. Ну, как будут готовы ребята, и мы всех болельщиков ждем 18:00 поддержать нашу команду в игре с Гродно 93.